Для тех зрителей, которые не особо разбираются в борьбе, расскажу немного про красную повязку на ноге у одного из участников. Это делается для судьи, потому что вы видите у судьи на руке такая же красная повязка. Обычно это играет роль, когда присутствуют баллы, то есть когда судья поднимает руку с красной повязкой, это значит, что баллы присуждаются атлету с красной повязкой на ноге. Если он поднимает руку без повязки, это значит, что баллы присуждаются атлету без повязки. А зараз? А сейчас, я думаю, что это просто играет роль для того, чтобы различить атлетов. Какие вот. В форме одного колера выступают, да, так? Например, вот тут ребята оба в темном, и супер тяжело вообще определиться, кто сверху, кто снизу, а повязка как раз дает возможность рефери это сделать. Так, на задушливый. Попытка удушения, но это скорее... Не только попытка удушения, но и вариант прохода, то есть помощь при проходе ног. Видим, что Влад блокирует действия Ромы, то есть за счет удержания ноги. Но Рома классно зашел, сделал удушение и фиксацию шеи и головы изначально. Чуть больше минуты ушло у Ромы на то, чтобы сделать удушение. Поэтому все так же у нас остается претендент на самый быстрый сабмишн. Это было 31 секунда в группе А в самом начале. Добре, перехопив голову суперника. Да, и даже блок ногами Влада не спас его от удушения. Ну от, напевно, якийсь момент було упущено на початку, і далі вже було щось змінити вкрай важко. Да. Очень уверенно Рома зробив це удушення. Дамы и господа, в этом поединке победа держал не Подороман!